Всем привет, ребята, с вами Эдисон. И, ребята, наконец-то дождались бы. Сегодня вышла GTA 5 на ПК. Как сегодня? У меня она вышла час назад, и я уже жду, пока там всякие пройдут обновления, пока она обновится, пока она запустится, пока там докачаются всякие файлы. Я наконец-то уже жду, когда я смогу зайти в GTA, потому что мне уже, если честно, очень не терпится. У меня сейчас ночи, я сижу, стараюсь хотя бы быть одним с первых русских ютуберов, которые зайдут и которые сделают первую серию с GTA 5 на компьютер с первым лицом. Я уже жду не дождусь, ребята. Давай, 9 минут осталось до какого-то обновления. Я уже заговариваюсь, я уже не знаю, я уже бахнул кофеечек для того, чтобы целую ночь задротить в эту GTA-шку, которую я уже жду не знаю сколько времени. Давай, 10 минут осталось. Давай, 7 минут. Хотя как это пишет? У меня уже было и 15 часов, и 7 минут, потом 5 часов, я уже не знаю. Игра вышла час назад. Были там какие-то небольшие задержки, там 5-10 минут, что контент был еще недоступен, как вы видите, уже 10 минут, 9 минут. Но все же мы продолжаем ждать, ребят, я уже хочу, я уже видел стримы, люди стримят, уже начинают играть, уже скачивают. И там, знаете, как будто Новый год был, то есть, когда до выхода GTA там оставалось пару минут, потом в последние минуты люди там тысячами сидели в чатах на Твиче и считали там 10, 9, 8, 7, и когда доходили там, знаете, 3, 2, 1, когда уже точное время, что сейчас выйдет GTA, они кричали: «С Новым годом, с Новым годом!» То есть GTA, наверное, больше поздравляют с выходом GTA, чем действительно с Новым годом. Но все же, ребята, мы ждем, еще осталось 12 минут, хотя это такая плавающая цифра туда-сюда, но все же мы продолжаем ждать. Давай, 6 минут осталось. Я планирую в первое время зайти в одиночку и пройти с вами одиночку. А какой-то онлайн режим я потом, наверное, буду проходить чуть-чуть позже. Или совмещать и одиночку, и онлайн режим, потому что и то интересно. Многие видели прохождение GTA-шки на компьютере, точнее, вообще прохождение GTA-шки, но на компьютере еще никто не видел, и я попытаюсь быть одним из первых людей, не скажу, что в мире, которые выложат прохождение одиночки с компьютера, это будет круто. А с онлайном я потом, наверное, буду играть со своими друзьями. Я надеюсь, ребята, вам понравится это. Давайте уже... Я уже не могу ждать эти 5 минут или сколько тут еще осталось, но уже вроде уже под конец доходит. Давай. Ну, чё там? Час ночи, я сижу, жду, пока GTA-шка установится или что она там делает. Начинаем, ребята, начинаем. Самое долгое ожидание — это загрузка в GTA-шке. Это жопа просто. Оргазм 60 FPS ультра. У меня от этой GTA-шки на компьютере сейчас оргазм будет. Уже был, сейчас второй будет. Первое лицо, 60 FPS, летает. Не лагает, на ультра. Двигайся! All set. Phone it in. I'm calling it.
Давайте я отойду от этого. Сейчас немного еще стишу, чтобы вам лучше было слышно. 30 FPS на консолях сосут. 60 FPS лучше, чем какое-то кино. Летает так, что у меня от каждой секунды только до сих пор уже отказ произошел. Первое лицо. От первого лица, ребята. Мало того, что от первого лица, так еще и от третьего можно, от первого. Не смотрите, что у меня немного темно, я же ночью играю, как только игра вышла, я сразу же пытаюсь зайти. И, ребят, может быть ночь, потому что как бы ночь на дворе, окна закрыты. Но все же, ребят, я надеюсь, вы так же наслаждаетесь сейчас, как и я. You forget a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. А как мне выбрать? No one's crazy. I think. Fuck! She didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Let's go. От первого лица еще больше кайфа. А что мне нужно? Ага, ничего, на себе. Timer, so oh, fuck, you hear that? Siren, fuck the cops! Dean, hit the shutter switch! Ребята, я надеюсь, вы также наслаждаетесь от первых минут в GTA на компьютере, так же, как и я. Я уже получил кучу оргазмов. Это лучше, чем какая-то наркота, если честно. GTA на ПК, не курите, не наркоманьте, купите GTA и получайте больше кайф, чем от какого-то, чем от какой-то наркоты. Где он? Fuck these guys! Fuck this! Fuck you, buddy! Только я его не вижу. Let's move. Come on. Ух ты! Get out of the way! Move! 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 Get down! Blame the pricks who called you out here! Снайпер нахрен! Let's go! Move! Come on! The kid might have failed! This wasn't in the job description! I ain't laying down for them! Непривычно очень, если честно, от первого лица. То есть очень непривычно, потому что это же GTA, тут же всегда должно быть от третьего. Но это очень круто, если честно, очень непривычно, но я надеюсь, привыкну. Графа тут просто охренеть. Дайте мне машину залезть, я не хочу умирать. Дождались! Я проходил GTA-шку на консоли. Ну, во-первых, на ПК это совсем другие ощущения, это кажется совсем другая игра. А если еще играть от первого лица, это кажется, что это еще другая игра. То есть GTA на консолях и GTA на ПК. И еще взять вместе
Вид от первого лица — это просто кайф. Двойной, тройной кайф. Вы такого не испытаете на компьютере, вы такого не испытаете на консоли, как на компьютере. Это просто охренеть. You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Стабильные 60 FPS. Это чудо. I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here! Fuck! Ah, I'm hit! Oh, Jesus! Убейте эту паскуду! You gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna make it! I'm fucking gonna bleed out! No! Fuck you! Задержите полицейских! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Come on! Come on! Жизни у меня не айс, конечно. Die, you suck, suckers! Как сакер, все с тобой полностью согласен, Тревор. Motherfuckers! Спасатель мой, о, да я тебя расцелую. Ребят, я просто не комментирую, потому что это... Я охреневаю еще до сих пор от этой игры. Я извиняюсь, если я молчу, если я сейчас ничего не комментирую, но я надеюсь, что в дальнейшем буду более часто разговаривать, но сейчас это просто такие впечатления, что просто завораживает дух, и нету времени даже слова сказать. Я просто восхищаюсь этой игрой до сих пор. Хотя это первые минуты только игры. Rockstar Games Presents. Если кто не знал, игра работает через Steam, но все же нужно регистриться в Social Club. То есть через Steam, Social Club и играть. That you will show mercy to our friend. Добро пожаловать, ребята, в GTA 5 на компьютер. Мы начинаем проходить эту игру. Я надеюсь, всем она понравится. Я надеюсь, мы немного отвлечемся от пиксельмонов, от майна, от чего-то другого. И сейчас окунемся полностью в GTA-шку. Потому что эта игра трех последних лет. Я ее очень долго ждал. Ну что, ребята, смотрим, проходим. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. Ты обо мне рассказываешь? Это, блин, сейчас вся такая молодежь. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. Baby. And that dream is fucked. It is. Fucking fucked! Fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I
Gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Come to daddy. Which one you want, nigga? Конечно, белую аудюшку R8. Ребят, как я сказал, музончик уже закончился, это круто. Давайте приступим. Я извиняюсь, если вы не слышите, как пулит этот пар, но, в принципе, по субтитрам можно понять. Нига, I'll catch you. Ух, как непривычно с первым лицом, если честно. Машинку давайте-ка мы лучше поводим от третьего лица, потому что это очень непривычно. Прям настолько, что с ума сойти. Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread... Ага, просто проверяю. I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Ребята, мы едем. Охотимся за красной тачкой. Упс. Ну что, давайте попробуем. От первого лица. Тут такая чувствительность машины нереальная, что с ума сойти можно. Ну настолько непривычно, что я сейчас с ума сойду. Мы едем, мы мчимся. Офигеть. Ребята, первая серия не будет долгой, я думаю. Ух ты. Я вроде когда играл даже на консолях, тоже выбрал белую тачку. О, извиняюсь. Да я же вовремя вывернул руль. Ребят, не смотрите, что я немного... уставший, вы же должны понимать, что 2 часа ночи, а я сижу, играю в GTA-шку в первые часы ее выхода. И это... Ребята, не скажу, что у меня плохие ощущения от этой игры. Они, если честно, очень... Ух ты. Ребята, мы едем за этим чудиком. Ага, ну нажать камеру это я уже сам понял. Спасибо. Ребята, если вам громко, напишите, пожалуйста, в комментарии, если вам громко. Я попытаюсь убавить еще немного звук. Просто я еще не балансировал, я еще ничего не настраивал. Я еще даже кнопки не переставлял, где мне будет удобнее вот это все нажимать. Потому что как только GTA вышло, как только оно скачалось, как только оно обновилось, загрузилось, я сразу же в нее зашел. А я забыл, у него же есть способность, но если честно, эта способность... Эта способность на капсе очень-очень мешает. Вот, например, на капсе. Ну, я не знаю. Может ее куда-то переставить, как думаете? Чувак... О, вот ты маньячина тупая. Но я тебя уже догнал, так что иди в жопу. Ну, способность реально крутая. Это же Франклин. Ага, ну, пишет, чтобы повышать возможности. О, домчались. Ребят, еще раз скажу, напишите, пожалуйста, в комментариях, если очень громко. А вот эту часть я не помню. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my вот паскуда кинул нас. Ребят, эту часть я не помню, честно. Я уже забыл, что ментура тут все sorry, есть. Ну что, ребята? Попытаемся убежать от милиции с первым лицом. Ух ты, как это сложно. Почему это так мне сложно, ребята? Может, вы уже задрот какой-то GTA-шки на консолях, и вам это кажется глупо, что так неудобно. Но, во-первых, я играю не на джойстике, потому что, в принципе, зачем играть на джойстике, если это на ПК вышло. Если вы хотите поиграть на джойстике, вперед на консоли. Но я...
Опа, как-то немного... Вот сейчас немного подлагало. Но все же я не хочу играть на джойстиках, поэтому, ребята... Опа, немного... Ух ты! Ну, вот эти немного прорисовочки, как бы... Вы видите, что они все-таки есть. А ну, давайте, может, выключим первое лицо. Может, это все-таки за первое лица, или у меня комп прогружается, или это небольшие недочеты еще пока что GTA-шки. Но все же, ребята, я пока что не нашел на что жаловаться. Вот небольшие торможения, конечно, существуют, но может их что ли... Ага, то есть еще и пригнуться можно. Опа, наконец-то мы убежали. Ребята, мы мчимся. Мы мчимся к месту. Я не могу привыкнуть к первой камере, если честно. Я даже вот когда первую миссию, да, когда мы грабили банк в прошлом, я даже не мог стрелять, потому что все-таки GTA это не шутер, хотя в GTA-шке существуют все возможные жанры, можно и так сказать, и гонки, и ограбления, и все. Но все же, я не скажу, что это очень удобно. Конечно, я не привык, ведь видите, я даже от первого лица не могу водить нормально. Да и стрелять, и в принципе вообще ходить, потому что это реально очень сложно. Но все же надеемся, что я быстро привыкну, и вы останетесь со мной, и мы также вместе привыкнем к этой игре, и будем ее вместе проходить, а потом может даже с друзьями играть GTA Online. Как я заметил, как мне действительно друзья говорили, тут немного подняли трафик, то есть намного больше машин в городе. Мне так кажется, что, например, тогда, когда я играл на консоли. Ух, нифига себе, дрифтик. Ну что, заезжаем. И там наша машинка уже ждет, я помню, она белая такая. Это автолон Симона. Здесь Франклин может получать задание. Круто. You are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, boy? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Ух, машиночки. И вот, ребята, мне даже ачивку у каждого игрока персонажа, игрового персонажа, есть свой уникальный транспорт. Мне даже ачивочку в Social Club'е дали. Ну что, ребята, тут немного осталось, то есть сейчас попытаемся от первого лица. Я не буду очень быстро гонять, не буду говорить, что соблюдаю правила, но... Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good to be home. What's up, can a local... Ребята, сейчас мы будем уже заканчивать. Fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Эти нигеры со своим словом, нигга. Йо. Ooh, honey. Y'all telling me? Ребята, я пока что балдею от этой игры. Это с ума сойти можно, а не игра в данный момент. Пока что она меня не разочаровала, только небольшие подвисания были, но это стандартно, я уже привык к этому в той же батле. Но все же, может, это не в GTA-шке дело, а в моем компе, но хотя бы хорошо, что он вообще тянет что-то.
Ну что, ребята? Редактор персонажа онлайн доступен Джон Мартсон, чтобы переодеться. Ну давайте, ребят, еще переоденемся. Одежда. Я не помню. Что-то прикольное. А давайте мы обычные пиджаки, пиджаки, костюмы. Нет предметов, нет предметов, нет предметов, нет предметов. А что у нас вообще есть? Без очков, спортивные очки. А как я надел предмет, если они у меня не отображаются? Что за бред? О, вот это мне нравится. Куртки. Нет, вот это мне нравится. Брюки. Вот это. Обувь. Вот это. Рубашки. Ну, рубашки не хочу. Очки почему-то у меня не отображаются. Ребят, вы знаете, что это за фигня? Или просто у меня их нету? Ага, у меня просто их нету. Не, я не хочу кепку. Вот мы, ребята, переоделись. Вот мы дома. Сейчас будем от первого лица. Ребята, я балдею от этой игры. Если вы хотите, чтобы мы дальше продолжали играть в эту игру, чтобы мы пытались потом поиграть с моими друзьями в онлайн, я тоже буду очень рад, если вы будете со мной оставаться. Я тоже буду очень рад, если вы поставите просто огроменный лайк, потому что я очень надеюсь, что вам это понравится, потому что я хочу играть в эту игру, я хочу ее проходить, я потом хочу рубаться в онлайн, и это все вместе с вами. Небольшое разнообразие, не только же Майн, не только же Пиксельмон, а что-то другое мне тоже будет очень интересно играть, и я надеюсь, что вам тоже. На этом, ребята, мы заканчиваем. Если мы сейчас на этой игре набираем 300 лайков, то сразу же выходит новая серия. Я хочу увидеть вашу активность, я хочу увидеть ваше стремление к тому, чтобы мы продолжали играть в эту игру, и я очень-очень-очень буду рад, если это будет так. Ну что, ребята, я хочу еще, знаете, что попробовать? Первое селфи. Есть ли тут? Ага, фильтр, масштаб, перемещение, решетка, блокировка фокуса, автопортрет. Удалить, сохранить в галерею. А мне интересно, где это сохраняется. Все, ребята. Опа. Во, как мы круто заканчиваем. В зеркале себя видим. Ребята, лайки, надеюсь. 300 лайков, новая серия, с вами прохождение, потом игра в онлайн с моими любимыми подписчиками, конечно, и моими друзьями, и вы сможете вместе с нами поиграть. Заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Я, ребята, надеюсь на вас. Всем удачи и всем пока.